Это правда, что Блохина в команде недолюбливали? Не очень любили. Он почему? Не очень любили. Почему? Ну, он-то так себя повел. Ну, что он был высокомерен или что? Не, ну, такой какой-то, ну, чуть-чуть, он все время, то у него болит, то у него все время болячки у него, то у него болит. Как идет, уже знаешь, если идет к доктору, там уже Блохин сидит. Уже. Ну, может, болело? Да все, что у него болело. Голова у него болела все время только. И все время то тут, то у него тут болит. И вот все время рассказывают, как ему больно, и он все равно же выходит играть. И все, всем, чтобы доказать всем, что я вот, мне больно, а я выхожу играть. Я говорю, так мы все вы такие же, мы тоже, один вообще там еле ходит, вот такой голеностоп Степы, он вообще молчит. Переломанной рукой играл, сделал себе тугую повязку, даже не положил гипс, чтобы не видели, что у него гипс, чтобы не заменили, потому что у нас же центральный защитник, можно было ставить вместо Резко, ставить сразу же Фоменко и Конькова. Да. И абсолютно, поэтому он стоит... Расскажите это нынешним футболистам, которые играть не хотят. Скрипел, и я только узнал, потом говорю, что такое? Он все время после игры, ой-ой, а у него, он падает же на руку под катер. А тут же у него трещина была. И ничего, никто, хоть слово. А то Олег тот, у меня здесь были. Тут, и все время Володя Торжкин говорит, что опять Бобо у тебя какая-то выскочила.